Вот еще одно вот предложение нашего прямого эфира, я бы даже сказал, легенда нашего прямого эфира, и то, что, конечно же, должно быть в каждом гардеробе, это вот такие вот прекрасные туфельки за 790 рублей, мягкие текстильные туфли. Это просто, мне кажется, must have, как говорят наши бусурманские друзья, то, что должно быть у вас обязательно. 75-345, мягкие, комфортные и различные цвета. Мы видим сейчас синий цвет, вот, пожалуйста, коричневый цвет, но есть еще и бордо. Бордовый цвет, такой вот насыщенный, винный, собственно, бордовый, нам сейчас продемонстрирует наш специалист в мире обуви Оксана. Да, я тоже хочу присоединиться к девчатам и показать вам, как выглядят три разных цвета. Синий цвет, коричневый цвет, напоминающий кофе капучино с пенкой, вот такой вот замечательный бордовый, какой-то ягодный мусс, на мой взгляд. Очень приятная подошва, ну, не знаю, как может быть безе, суфле, что-то такое, вот такие именно ассоциации. Именно, кстати, на этой подошве находятся мелкие, мелкие такие шипы. Я их назову так. Шипы? И вот эти шипы, да, они, кстати, обеспечивают плотное сцепление изделия с поверхности. Потому что мы же с вами имеем обувь домашнюю. Но, кстати, не стоит ее расценивать только как домашнюю обувь. Потому что здесь подошва, за которой очень просто ухаживать, поэтому ее достаточно протереть мыльным раствором, и все загрязнения исчезнут. Ну и дальше вы можете продолжать в этой обуви ходить дома. Посмотрите, подошва невероятно гнущаяся, подошва очень удобная, амортизирующая. Вот, и смотрите, пятка амортизирующая. Да, очень амортизирует подошву. Я вот даже вот иногда делаю упражнение вот для ног, для того, чтобы снять напряжение, да. Посмотри, вот в другой обуви я бы это сделать не смогла, а в этой обуви, да, вот у меня просто, я вот могу вот так вот пальцами поиграть, видишь? Слушай, да, вот такой обуви так можно сделать. Для путешествий каких-то, если в поезде, в самолете, в машине, очень здорово. Смотри, так. У меня достаточно высокий подъем. Кстати, у наших девочек, ну, не очень, у меня, пожалуй, повыше. Но вот эти эластичные вставки, они под мой подъем подстраиваются. То есть еще пару сантиметров объема. Да, а как тебе вот эта окантовка? Ой, это прям что-то такое этническое. Вот такой эко-стиль какой-то своеобразный. Да, ну, в общем, огромное количество преимуществ. Я вот сейчас в них нахожусь. Очень мягкий внутри, стелька амортизирует, ноги согревают. Поэтому, если у вас постоянно какие-то лор-заболевания, вы наверняка знаете, что каждый вечер вам ноги нужно держать в тепле, принимать горячие ванны. Но если у вас на это нет времени, надевайте теплую домашнюю обувь. Никакой бани. 790 рублей цена этого предложения. И посмотрите, пожалуйста, ваш дисконт, ваша скидка сегодня составляет 2200 рублей. Это даже больше, чем 60% скидки вы получаете от телеканала. Дисконт. Ваш единый центр распродаж, который собирает, в принципе, для вас все самое выгодное по очень доступным ценам. Коричневый, синий или бордовый. Бордовый, просто красота, коричневый и синий. А синий, причем вот настолько на самом деле стильный, да и коричневый тоже, что может заменить, вот я знаю, например, спортивную даже обувь сейчас делают вот в таком вот фасоне. Ну да. Вот там прям совсем откровенный текстиль, а здесь вот такой мягкий. Ну ты, эта обувь, о которой ты говоришь, она называется слепона. Это переводится с английского обувь без шнурков. Это действительно обувь спортивной группы. Она очень удобна и хороша тем, что ее очень легко и быстро снимать и надевать. У нас с тобой точно такая ситуация, точно такая конструкция. Ну вот вообще ничего не нужно, да? Даже сильно нагибаться-то не нужно и задерживать себя в таком состоянии. Очень быстро впорхнули в эту обувь, отпустили язычок, все. Изделие плотно прилегает к вашей стопе, не слетает, при этом тепло, комфортно, уютно, по-домашнему. По-домашнему. Вы смотрите телеканал «Дисконт». Продано уже 76 пар вот этих прекрасных туфель, которые мы теперь начали называть слепонами, потому что, ну уж действительно, что-то напоминают. Последние секунды презентации. 790 рублей в качестве сменки. Вот я знаю, например, если вы работаете в каком-то государственном учреждении, если вы врач, если вы учитель, если вы библиотекарь, если вы просто бухгалтер, в конце концов. Но я тебе скажу, что недавно я сотрудников почты видела вот в подобной обуви. Студентам, школьникам, чтобы все было удобно, комфортно, мягко и тепло.